Всем привет! Так, мы уже на подходе ко входу в гробницу, и тут начинается сразу диалог. Там еще какие-то вон херы стоят, с ними драться придется. Майгар наводит взглядом, отряд вздыхает. Слушайте меня все. Мы пришли сюда ради Варнхолда и нашего будущего. Нам жизненно важно узнать, что это за гробница и что в ней происходит. Иначе, боюсь, земля может загореться у нас под ногами. Мертвые циклопы, встающие из каждой могилы в окрестностях, это не шутка. Кентавры, выходит, были не так уж и не правы в своих мрачных пророчествах. Я бы не отказался поговорить с этой их воин-жрицей. Возможно, она знает больше даймона-поклонников. Но если... они на разговоры не пойдут, у нас не будет иного выхода, кроме как прорываться с боем в гробницу. Вопросы? Почему бы нам не дождаться помощи из Варнхолда? Нас было бы больше. Потому что я не готов оставить город без защиты. Это раз. И два, я боюсь, если мы промедлим еще хоть полчаса, даймонопоклонники и кентавры просто вырежут друг друга, и здесь не останется ни тех, кто мог бы дать нам больше информации, ни тех, кто помог бы разобраться с гробницей. Хорошо, идем. To battle and victory. Ой, а мы с теми будем драться. На час, неплохо. Перегруз, понятно. Так. I stand ready. Лучше я бы на самом деле немножко переиграл здесь это все дело. Я бы сначала набафался, а потом бы полез в бой. Давайте я это за кадром сделаю. Так, отлично, все удалось. Идем дальше. Так, вот здесь все убираем. Forwards. Я набафался, и с меньшими потерями мы смогли выкружить это все дело. Так. Ну, давай вот так. Бам! Все, пошла жара. Так, ну если ты успеешь, кидай сюда. Хотя вряд ли. Хотя должен успеть. Ой, сейчас своих заденем. Вообще никого не задели. Факт, не успели. Майгар вообще все бафы потерял. I deserved better. Так, плохо дело. Давайте-ка мы их издалека огненными шарами обработаем, а потом уже все остальное. To battle and victory. Давай еще один. Believe in yourselves. Так, неплохо. Давайте все включайтесь. Кентавр, говорящий с природой. Ух, сейчас опять кто-то ляжет. Не успели ее спасти.
Так, давай обратно в бой. Ты прекращай лечение. Лечи эту заразу, то она отъедет опять. Ни волка, ни этого не можем залупить. Так, ну наконец-то. Даже как-то на удивление легко отделались. Максимальный перегруз. Сейчас я всякое лишнее повыбрасываю. Опа. Ништячок. Тут-тут-тут-тут-тун. Убираем. Одна монета. Ничего, у нас перегруз-то какой, будь здоров. Все, что за одну монету, пока повыбрасываем. Но даже вот эти за две. За три, офигеть, сколько они весят. Ну, эти щиты я тоже все выброшу. Надо уже начать нормально лут перебирать, а то мы тащим кучу говна вообще, вот если честно. Блин, такой, наушники чуть не слетели. Это при том, что у меня еще бычья сила сейчас действует. Без нее бы там, возможно, и того хуже было. Блин, этих комплектов набрали, уже девать некуда по-хорошему. Так, стоим. Так, дед, стой. Так, это что это у меня все внезапно перегружены стали? А, бычья сила же такой? Нет, бычья сила еще действует. Опять что-то выбрасывать надо. Топоры по две монеты, ну погнали. Эти по 5 монет уже, по 9. 12 монет, 30 фунтов. Ого, а ничего у нас... как поубавилось-то. Да.
Так, у тебя обычный плащ устойчивости. Меняем тебе его. Этот отдаем мне. Так, дальше чего у нас? Все вот эти мечи по 8 монет повыбрасывать. Ну, выбора нет. Что нам еще делать-то? Луки вот уже по 50 монет. Вот это уже жалко. Двадцать пять фунтов, двадцать пять монет. Так, ладно, выбрасываем вот эти все доспехи. Не дают мне, блин, собирать все, что вижу, а. Так, у меня там какие-то посохи, кстати, были. Неплохо бы их заюзать на самом деле. Ага, вот, урон ловкости у нас тут зарегистрирован. Надолго дается благословение оружия, не указано. Together we stand. Так, у меня хороший вопрос по свиткам. Какие из них я могу применять? Сейчас дед там что-нибудь заколдует. Так, дед, беги. Беги назад. Ой, как удобно, они по одному подходят. Фак, деда завалили. Суки. А кто завалил-то? Вроде никто так далеко не достреливает. Так, ну все более-менее дорогие пожитки мы собрали. Так, тихо. Тут диалог явно начнется. А, ну вон, серебряный огонь это. Я тут еще похожу, повоюю, подождите. Почему ты Хара медленно ходит? Бессилие, понятно. Я слышу, там кто-то вдалеке колдует.
Ох, сейчас Мейгара меня снесут. У тебя эта чудо-палочка не бьет так далеко. Ну, понятно, к сожалению, нет. Фак-фак-фак. Блин, с него все бафы упали, а, сука. Ну-ка. О, это излечивает вот эту вот фигню. Ага. Отрицательную штуку убирает. И еще, походу, какие-то эффекты между делом. Не обратил, к сожалению, внимания. Так, что у нас здесь сейчас посмотрим сразу. Так, ну туда пока сюжетно мы не можем, окей. Угу, коробочка. Бесполезный доспех оставляем там. Так, а еще у нас бафы все закончились. Так, сохранимся, а то мы сейчас подойдем к коробке, и диалог начнется. Ноль стоит? Какое бесполезное дерьмище. Вот. Группа кентавров, тесно сбившихся, сбивших ряды и гневно ропчущих, окружает величественную женщину, чьи доспехи покрыты чеканными изображениями лунного диска. Не нужно даже гадать, чтобы понять, что перед вами предводительница этого племени. Взгляд ее, обращенный на ваш отряд, внимателен и недобр. Во имя Матери Луны, что вы здесь делаете? Вы погубите и себя, и мое племя, пришельцы. Начинает она без приветствия. Мейгарн поднимает руку, прерывая гневный шепот в рядах кентавров. «Госпожа Айкора, полагаю, да? Я барон Мейгарн Варн, владыка Варнхолда. Видит небо, я не хотел столкновения между твоими и моими людьми. Пролилась кровь, но нам не обязательно лить ее дальше. Все, чего мы хотим, защищать свои дома от атак циклопов и мертвецов. И для этого мне нужно разобраться с гробницей». Ропот проносится по рядам кентавров. Взгляд Айкоры становится жгучим и яростным. «Разобраться с гробницей, я должна поверить тебе на слово, барон Варна. Поверить, снять стражу, которую племя Номин несло тысячелетиями, и подпустить тебя к тому, чего не должны касаться руки смертного? Мы должны их выслушать». Юный кентавр проталкивается сквозь охрану Айкоры. «Эти двуногие спасли меня от хищника, бьющего сквозь твердь, они не враги». Разговор обрывается, повисает напряженная тишина, будто каждая сторона ждет хода противника. «Госпожа, расскажи нам о том, что вы охраняете, мы хотим знать правду». «То есть вы пришли сюда, даже не зная, с чем имеете дело? Жест ли это крайней глупости или крайнее отчаяние? Или крайнего отчаяния? У меня нет ни времени, ни желания спеть вам наши песни в том виде, в каком они передаются из поколения в поколение долгие века, но я расскажу вам историю Вечной Стражи Номен, так кратко и доходчиво, как смогу. Давным-давно в этих землях властвовала империя циклопов, царство тьмы и безмерной жестокости. Удивительно, но в подобном зловещем месте нашелся некто, чья полная мрака душа ужасало даже его соплеменников. Древний тиран, чье имя мы не должны произносить никогда, построил в этих землях свою твердыню. Но его ученики и подданные восстали против него и запечатали его в его же воздвинутых стенах.
Увы, он лишь погружен в колдовской сон, но не убит. Место его упокоения тысячи лет назад обнаружили мои предки, следуя за кошмарами, посылаемыми им раз за разом матерью Луной. Обнаружили и наказали нам стоять на страже, чтобы никто из неразумных смертных не тревожил сон чудовища, ибо если оно пробудится, спасения не будет никому. Ну и кто, голос Сыпала, так сочится ядом, после этого не знает, с чем иметь дело. Ты только что призналась, жрица, что ваше племя торчит здесь тысячу лет, постепенно дичая и вымирая, просто потому что каким-то древним старикам что-то почудилось в последовательном дреме. Угу. Майгар, нам незачем воевать с племенем Айкоры, они хотят покоя этой земле, как и мы. Ты хочешь мира с нами, но откуда знаешь, что мы готовы вам его предложить? Я все еще не вижу, почему должна пропустить вас в гробницу. Потому что нас осталось мало. Моих ровесников в племени десятка не наберется, так или иначе, но мы будем последним поколением, стоящим на страже. Все это понимают, но никто не хочет сказать вслух. Пожалуйста, жрица, ради Матери Луны, разреши этим двуногим идти в гробницу. Нет смысла больше сторожить зло. Можно только победить его или умереть, пытаясь. Послушай меня, Айкора, циклопы уже пробудились. Они уже рищут по окрестностям, а значит, их предводитель тоже не желает мирно дремать, как раньше. Вместо того, чтобы тратить силу на грязню, мы можем объединиться и вместе спуститься в гробницу. Отлично. Если мы отправимся с вами, то сможем проследить за тем, идете ли вы присваивать злую магию даймонов или действительно собираетесь бороться с заточенным злом. Это кажется более разумным, чем нападать здесь и сейчас. Угу. Вот знание религии неплохо. Вы охраняете место, указанное вам в кошмарах, но ведь Дезна, то есть Мать Луна, добрая богиня снов и мечтаний. Насылать кошмары не в ее стиле. Такие нестыковки мне не совсем нравятся. Тень сомнения пробегает по лицу жрицы. Ты, кажется, только что вежливо намекнул, что мое племя тысячи лет немыслимой ценой охраняет эту землю из-за ошибочных сведений, возможно, и домыслов. Дерзкие слова. Мы ни в коем случае не хотим оскорбить ни тебя, ни твое племя, Айкора. Прошу тебя, услышь разумную мысль, которая скрывается за дерзостью такого предложения. Да. Прошу тебя, Айкора, прислушайся к моему командиру. Если есть на свете кто-то, кто может повести нас против древнего зла, так это Майгар Варн. Я не тяну на мудреца, но... Одно за свою жизнь уяснил крепко. Если у тебя в погребе прячется страшная опасность, самое глупое, что можно сделать, сесть на крышку люка и надеяться, что так оно никогда не выберется. Удивительно, но жрица улыбается. Я знаю тысячу дивных песен, старины, молитв и заговоров, но впервые вижу столько силы в таких простых и безвкусных словах. Хорошо же, барон Варн, мы пойдем с тобой во тьму и дальше, если понадобится, но сначала очисти землю от остатков даймона-поклонников. Так. Отлично успели. С мрачноватой тщеславностью Майгарна протирает клинок и вкладывает его в ножны. Все, еще одна ненужная резня на пути к благой цели. Так может, стоило сделать ее полезной резней и обратить мечи против тех, кто этого заслуживал? Сипал закипает. Вместо послушных дураков, которых легко контролировать, ты навязал нам в союзники дикое стадо, готовое убивать ради тысячелетних сказочек. Жди теперь, когда твои кентавры ударят нам в спину во время похода в гробницу. У меня нет сил на споры, друг, поэтому скажу просто. Я готов положиться на тех, кто как мог охранял мир от угрозы, пусть и под влиянием тысячелетних сказочек. А вот с теми, кто под влиянием тех же сказочек ждал возможности получить могущество по дешевке и швырять людей на колени, я дело иметь не хочу. Хорошо, что от этой погони мы избавились. Угу. Ясно. Что потребуется для проникновения в гробницу? Ритуал, если это можно так назвать. Я успел разобраться, он удивительно прост. Посох нашего старосты представляет собой ключ, идеально подходящий к замку. Достаточно активировать его рядом с вратами гробницы, и они откроются. Правда, не сразу. Защитная магия будет развеиваться несколько часов, что типично для подобных заклинаний.
Интересно, если те, кто запер этого предполагаемого циклопского тирана в гробнице, так не хотели, чтобы он вышел, зачем оставили поблизости ключ? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ. Угу. Ясно, не пора ли определить курс действий и приступать? Дай мне еще немного пофилософствовать, прежде чем дела примут необратимый характер. Подумать только, деревня, поколениями почитающая даймонов и их древний клад, и племя кентавров, столетие за столетием несущая неусыпную стражу. Все на таком небольшом клочке земли. И вот теперь пришли мы, чтобы положить конец тысячелетнему ожиданию, увидеть, что скрывалось за легендами. Мы закончили петь чужие песни и готовы сложить свою собственную. На всякий случай подчеркну, я проведу ритуал, но защитные чары не спадут еще половину дня, а по самым смелым прикидкам. Надо будет выставить стражу и ждать. И, конечно, хорошо отдохнуть, прежде чем мы начнем спуск в гробницу. Чувствую себя героем пророчества или плохого скоромешного представления. Ну, время не ждет. Какие же непривычные чары. Мало похоже на силу даймонов, но это возможно из-за древности. Ну, дверь, открывайся. Шепот далекого прошлого. Мы останемся на страже, пока действует магия ключа. Отдыхай, скоро путь откроется. А чё, поторговать тут нельзя ни с кем? Давайте погуляем, посмотрим, что еще осталось. Сколько до уровня? О, полно еще. И снова перегружены. Ваш мать, а. А то замок запороли. Блин, уже не знаю, что выбрасывать даже. Комплекты лагеря. Неплохо. Ну-ка, а чё Ройка скажет? Племя Номен с вами, люди Варнхолда. Спасибо, спасибо. Ну тут еще уголочек остался неисследованный. Наверное, сейчас кольчужки по 25 монет будем выбрасывать. Ой. Доспех еще херовейший. Так, ну давайте займем где-нибудь горизонтальное положение, чтобы наши персонажи выспались, отдохнули. Потеряли все свои бафы. У Майгара только до сих пор действуют все его эффекты. Какого черта? Куда мне свои пожитки? Во, отлично.
Глубокой ночью генерал просыпается ото сна, ощущая тягостное оцепенение. Тьма вокруг так глубока, что даже поднеся руки к лицу, он не видит ее. Вокруг ни звука, генерал не слышит даже дыхания своих спутников. Только вдруг где-то справа, нет, наверное, показалось, теперь слева и сверху, везде вокруг шорохи, шорохи, шорохи. Прислушаться. Звук идет одновременно со всех сторон, тихий, мерзкий, сводящий с ума. Он напоминает шорох могильных червей, извивающихся на каменной поверхности. Генерал ощущает под пальцами холод камня. Пытается подняться, но не может. Мешает низкий-низкий потолок того места, где он находится. Каменный и холодный, как пол. Как и стены, которые он нащупывает слева и справа на расстоянии вытянутой руки. Шорохи, осознание. Он в каменном саркофаге. И тьма вокруг не ночная, а черная могильная тьма. Так, попытаться сдвинуть крышку. Генерал поднимает руки, чтобы сдвинуть крышку саркофага, но та внезапно перестает слушаться. Но те внезапно перестают слушаться. Руки против воли тянутся к глазам, ощупывают их с каким-то чужеродным изучающим интересом, слегка надавливают, нажимают сильнее ногти. И генерал слышит свой крик. Магия, понимает он, это колдовской кошмар. Пронизанной магией Абадона. Нужно проснуться и все прекратится. Что за отвратительная ночь? Не помню, когда еще мне снились такие вязкие кошмары. Угу. Волк восстал. Тэхару не пускают подраться. А, ну сейчас олень ляжет. Олень выжил, ну ладно. Эй, генерал, ты не выспался, что ли? Я так и знал, что она придет. Вот, точнее, догадывался. День добрый, барон. Господин Сипал вызвал меня вчера почтовым заклинанием. Полагаю, как раз в этот момент, когда вы располагались на отдых. Попросил привезти помощь и припасы из Варнхолда. Я явилась так быстро, как смогла. Сипал предусмотрительный, как всегда. Молодец, Герди. Доложи ситуацию в Варнхолде. Да вроде все спокойно, барон. Ребята из полчаса несут стражу. Люди не бузят, циклопов пока не видно. Только вот душно там как-то. Лучше объяснить не могу. Будто гроза копится над городом. Вернулись бы вы, а? Вы там нужны. Мы здесь именно для того, чтобы защитить город. Ладно, Керди, пока что жди нас тут. Генерал Исипал пусть посмотрит припасы, которые ты принесла. Может, что-то пригодится для экспедиции в гробницу. Так, а что ты там говорила про город? Что значит душно там? Да если б я могла лучше объяснить, то объяснила бы. Скверно там, будто близится что-то. Говорила с людьми здесь и там. Многим начали сниться кошмары, причем одинаковые. Будто они вырывают себе глаза. Весело, да? А, класс. Что поделывает Вилас Гундерсон? Торчит в таверне, какие-то записи делает дни напролет. Странный он какой-то в последнее время. Бледный стал как призрак, круги под глазами, будто пару ночей не спал. Ага. А с тобой кто-то пришел из ребят? Нам понадобится помощь в подземелье. Ага, ясно. И тут можно выбрать себе кого-нибудь. Пух. Пошла жара. Блин, как бы мне сейчас все собрать здесь разом? Так, пока подержи.
Ну да, у нас достаточно много комплектов лагеря. Прям набрали. Ну-ка, а что ты продаешь в вот в этом разделе? Бездонная сумка. А, нам на нее не хватает. А, так у нас есть такая. Ну еще бы одна не помешала. Если они плюсуются, конечно. Так, если мы попытаемся открыть врата, откроется ли нам менюшка, чтобы собрать весь мусор? Ну что, Сипал, сработала твоя магия? С виду так ничего не поменялось. Да, врата откроются с минут на минуту, готовьтесь. Оружие и чары держать наготове. Мы не знаем, что нас ждет сразу за порогом. Блин, тут, конечно, все дешевое осталось, но в любом случае ходить все собирать. Мы бы тут набрали чего-нибудь. Ладно, сейчас соберу сам. Так, в общем, за кадрами тут создал нам одного танка со щитом по типу Валери. И создал еще алхимика. Вот, но как их взять, что-то пока не понял. Так, окей. Вот как их тут выбрать-то? Он мне только новых предлагает создать. Ну ладно, неважно. В принципе, я этой пати могу попытаться вытащить. Давайте зайдем и на этом закончим. Неужто началось? Ну, благослови Настарак во всех ваших делах и путях. До встречи. Последние слова Керди тонут в глухом стоне, разносящемся по окрестностям. Двери древнего подземелья медленно ползут в стороны, словно раскрывая пасть огромное существо. Путь перед вами открыт. Ну-с. Посмотрим, чем это закончится. Забытое, запертое, заброшенное. Получаем квест. Так, ну что ж, гробницу давайте в следующей серии изучать. На этом мы с вами пока что закончим. Что это у нас такое? Астральная преграда. В этом подземелье применение заклинания «Дверь в пространстве» чревато непредсказуемыми последствиями. Интересно, интересно. Ну, что за последствия, узнаем в следующей серии. Всем спасибо и пока.